одном своем видео я рассказал, как я на старте добываю легендарное оружие. Сейчас я хочу рассказать, как я прокачиваюсь до 60 уровня. Просто свой способ. Если кто-то знает другой, более эффективный, ну, черканите в комментариях. То есть с линии спавна я пробегал вот здесь вот, добывал крокодильчика, брал здесь легендарку, пробегал, знакомился вот с этим обелиском, потом сюда, здесь еще один крокодильчик, потом пробегал вдоль вот этой реки. И вот здесь вот тоже убивал крокодильчика и брал легендарку. После чего я иду в зиму, ближе к вулкану, вот здесь вот прохожу. Здесь беру лед, потому что на вулкане очень жарко. И потом прохожу к обсидиану и добываю обсидиан. Моя стратегия заключается в том, что за добычу обсидиана, неважно каким инструментом, дают очень много опыта. И просто бегаем и добываем его. За что получаем много опыта и тем самым прокачиваемся до 60 уровня. Пока добираемся до вулкана, по пути мы приблизительно набьем 30 уровень. И нам нужно будет вкачать выживание, желательно до третьей точки, то есть которая нам дает трудягу. Вы собираете ресурсы вдвое быстрее. Это поможет нам как можно быстрее вкачать 60 уровень, так как мы будем быстрее ломать камни, быстрее получать за них опыт. Добравшись до зимы, нам нужно уже владеть какой-нибудь там киркой. Каменной, железной, стальной. В принципе, не важно, потому что вид кирки не влияет на даваемый опыт за фарм обсидиана. И надо добежать до места, где спавнится лед. Потому что на вулкане жарко. Аккуратно оббегая всех местных монстров, добегаем приблизительно вот до этой точки. Рядом вот с этим черным йети. Вот здесь должен быть лед. Быстренько фармим его. И бежим уже на вулкан. Также аккуратненько оббегая всех NPC, добегаем приблизительно до этого места. Здесь находится один из входов в вулкан. Ну, по моему мнению, для данной задачи самый удобный вход. Это вот такой подъем. Здесь вот горочка. И поднимаемся по нему. И на пути, пока мы будем подниматься по этой тропе, нам уже будет попадаться обсидиан. В принципе, разницы я не заметил, чем вы будете его добывать, каменной киркой, металлической или стальной. Я разницы не заметил, опыт вроде бы дают одинаковый. Единственное то, что с обсидиана падает золото, за которое также можно купить алхимика, танцовщицу, ну, либо раба рандомного, да, там до третьего уровня. Попробуем стальной. Нам дали опыт. Попробуем железный. Нам дали опыт. И попробуем каменной киркой. И вот таким макаром. То есть бежим и каждую кучку добываем. Как только мы получаем новые уровни, прокачиваем, ну я прокачиваю, грузоподъемность до тройки, до обилки вьючный мул. Все лишнее, то что нам не нужно, можно просто выбросить. То есть я оставляю золото в основном. И поднимаемся дальше по этой тропе. Пока вы будете фармить обсидиан, вы будете встречать вот таких вот каменнорогов. Они есть, ну, попадаются здесь цветные. Из цветных падает больше золота.
То есть у вас по-любому будет какое-то оружие с собой. Их можно убить даже каменным оружием. Не составит труда. Их также обязательно добываем. За них тоже дают опыт. За их добычу. Здесь уже вход в вулкан. Здесь стоят NPC. Они мирные. Данные NPC, они вас трогать не будут. Проходим вот сюда вот маленько. И здесь также добываем обсидиан. И убиваем каменорогов. Их тоже добываем. Бегая на вулкане, фармя обсидиан, ну или вообще, следите за температурой. Чтобы не было смертельной жары. Для этого как раз мы и нафармили льда. То есть просто съедаем лед, и нам становится холодней. А прокачка характеристик выживания до трудяги. Как раз таки мы качаем выживание, и тем самым персонаж менее поддается воздействию там холода либо жары. Вот таким образом, побегая по вулкану, по фарме обсидиан, я прокачиваюсь до 60 уровня. Ну, приблизительно, наверное, в спокойном темпе. Ну, часа два, наверное. Где-то так. Это все равно быстрее. Ну, быстрее способа для себя я не нашел. И опять же, заходя на сервер, я то есть иду, выбиваю легендарки, прихожу на вулкан, прокачиваю здесь, набираю золото. И с этим золотом уже дую к пиратам и покупаю себе раба. То есть у меня в первый день уже есть раб там, хоть какой-то. Там можно несколько их купить, потому что золото, пока вы фармите обсидиан, вы нафармите золото предостаточно, за которое можно купить сразу алхимика, танцовщицу и выбить третьего раба хотя бы, да? И уже с ним в первый день можно бегать спокойно. Ну, как не спокойно, но можно бегать. Уже хоть что-то. Так, когда мы прокачались до 60 уровня, ну, я прокачиваюсь до 60 уровня, снимаю с себя всю одежду и оружие убираю из рук, чтобы не было никаких бафов на прокачку, и прокачиваю вот так вот характеристики. То есть вот с такими характеристиками я бегаю большую часть игры. Понятно то, что это все с обновлениями сейчас поменяется, но, возможно, что-то будет все равно актуально. Да, вот здесь не хватает чуть-чуть живучки до третьего, чтобы была обилка жажда жизни, чтобы постепенно восстанавливалось здоровье. Но очень много одежды, дающей, ну, именно живучесть. То есть, как правило, вы что-то одеваете, и оно по-любому будет давать живучесть. То есть в каком-то сете будете бегать, и у вас будет приблизительно там что-то типа такого, да? То есть живучка будет по-любому до третьего билда, и все остальные вот так вот. Могу немножко объяснить. То есть выживание — это нам дает трудягу, то есть быстрее фармим, плюс выдержка, ну, стойкость, так скажем, к холоду и жаре. Грузоподъемность до третьей билки, чтобы было на 10% увеличение сразу, да, плюс все вот это вот. Выдержка, то есть лазить, и восстановление стамины побыстрее. Живучка, понятно. Проворство, чтобы при беге меньше расходовалось сил. И сила, чтобы каждый удар тупым предметом. Ну, в общем, сколько я не крутил силу выше однерки, она мне просто не нужна. Я не видел разницы, если честно. Может быть, если там вкачать до максимума, ну, будет какой-то толк. В общем, вот так вот. Это не суть важно, да, потому что это все изменится сейчас. И когда мы закончили все, прокачались до 60 уровня, на вулкане обязательно не забудьте зайти и поздороваться с обелиском. То есть здесь нас встречат два враждебных NPC. Ну, их можно просто там оббежать как-то, ну, либо попытаться убить. То есть эти уже неспокойные. И вот здесь вот здороваемся с обелиском.
чтобы была возможность сюда телепортироваться. Вот, вот такой метод у меня прокачки до 60 уровня. Если у вас есть методы пошустрее, побыстрее, напишите о нем в комментарии. Всем спасибо, до новых встреч!